Идешь в библиотеку вместе со своим дорогим сыном, ищете список литературы на лето. 70 произведений прочитать, пиздец. Замечаешь среди полок с цветастыми сказками увесистый такой томик, толстый, со странными рисунками на обложке. Сказание о золотом драконе и его великом противостоянии с аметистовым змеем. Странно, такая увесистая сказка. Ну, почему бы и нет? Спустя некоторое время ты начал замечать тлетворное влияние аметистового змея в своем сыне.